В Нарьян-Маре сегодня шили одеяло мира. Акция стала заключительной в череде мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. Участие в ней приняли 6 различных диаспор, зарегистрированных на территории округа. Подробности в следующем материале. Представители различных диаспор – азербайджанской, чеченской, русской, коми, ненецкой и казаки Арктики – накануне акции проводили классные часы в городских школах. Они рассказывали детям о своих традициях. У нас было выделено немного времени и рассказывали свои традиции, обычаи, как все происходит. Но на данный момент, когда мы разговаривали, была затронута у нас тема свадьбы, как она проходит, что там делают, как должны себя вести. И жених, и невеста. В общем, в таком формате мы и проводили. Затем красками на лоскуте ткани все вместе рисовали свой символ. Например, коми-землячество изобразило белого медведя на фоне солнца. Ненецкая – бубен. Мы проводили в коррекционной школе, рисовали мы ложку, русскую народную ложечку. Каждая из 6 присутствующих на празднике диаспор показала себя. Пели народные песни и частушки, плясали от души. А казаки Арктики продемонстрировали свое умение мастерски владеть шашкой и нагайкой. Акция «Одеяло мира», организованная Центром развития молодежи, проходит в Ненецком округе во второй раз. Будет храниться у нас в молодежном центре. Эта акция проводится второй год подряд. Вот, соединим еще с тем одеялом, которое было в том году. Будет так у нас. Всего же в Ненецком округе зарегистрировано 37 объединений. Это национальные диаспоры, клубы общения земляков, в том числе жителей уже исчезнувших северных деревень. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север».